Сальвадоре из тюрьмы освобождена женщина, обвиненная в попытке покушения на убийство своего новорожденного ребенка. 20-летнюю Эмильду Кортес изнасиловал отчим. Женщина родила девочку в туалете и оставила ее там. Младенец выжил. Полиция заподозрила Кортес в том, что она сделала аборт. Женщину осудили и отправили за решетку, где она провела более 18 месяцев. Изначально правоохранители решили, что Кортес выдумала историю про насилие, чтобы скрыть аборт. Позже специалисты провели ДНК-тест и выяснили, что отцом ребенка действительно является отчим девушки. В настоящее время мужчина находится под арестом и ожидает суда. Судебные органы только начинают рассматривать дела с другой точки зрения, в интересах прав женщин, отметила адвокат Кортес Берта де Леон. В Сальвадоре аборты запрещены. За прерывание беременности грозит тюремное заключение сроком от 2 до 8 лет. В большинстве случаев, если плод погибает в утробе или появляется на свет мертвым, женщинам вменяют в вину умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. За такое преступление можно оказаться за решеткой на 30 лет.